утро, здравствуйте. Сегодня воскресенье, 17 июня. Профессиональный праздник тех людей, которые сопровождают нас всю жизнь, с самого рождения. Мы поздравляем тех, кто помогает сберечь нам самое большое наше богатство. Это здоровье. Здоровья и счастья всем вам. И особенно людям в белых халатах, отмечающим сегодня День медицинского работника. Ну и, конечно, всем-всем удачи в 349-м тираже Всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». И наш 349-й тираж мы начинаем с 15-й блиц-игры. Позвольте представить вам членов тиражной комиссии. Сегодня в ее составе работники Института скорой помощи имени Склифосовского, хирург, доктор медицинских наук Игорь Шарипов. Доброе утро, здравствуйте. Лаборант-рентгенолог Валентина Евграфова. Доброе утро. Врач-травматолог Андрей Саводченко. Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо. И несмотря на то, что сегодня праздник, вам сейчас придется немного поработать. Я прошу вас провести медицинский обход и поставить точный диагноз. Внимательно осмотрите наш игровой снаряд блиц-игры. Проверьте наличие бочонков с 1 и до 90, а затем их перемешайте. А пока вы это делаете, я передаю слово нашей компьютерной группе. Прошу вас. Компьютерная группа, пожалуйста, сообщите призовой фонд 15-й блиц-игры. В 15-м тираже блиц-игры принимает участие 185 833 купленных вами билета. Призовой фонд игры составил 929 165 рублей. Уважаемые игроки, обратите внимание на наш игровой билет. Сегодня он голубого цвета с надписью 349-й тираж, 15-я блиц-игра. Для того, чтобы выиграть в блиц-игре, вам необходимо вспомнить правила. Они очень просты. В блиц-игре выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Итак, вам нужно зачеркнуть всего 5 чисел в любой горизонтальной строке. Желаю вам удачи. Уважаемые члены тиражной комиссии, все ли в порядке? Да, все в порядке. Все в порядке. Тогда я подставляю наш игровой мешок. Так, а вы отодвигаете задвижку. Поехали. Удачи всем в блиц-игре! Отлично! Теперь вы можете пройти за стол тиражной комиссии, где будете наблюдать за общим ходом тиража. Прошу вас. А мы начинаем нашу блиц-игру. Зачеркивайте в своих билетах. Номер 65. Номер 65. Номер 63. Номер 63. Номер 51. Номер 51. Номер 25. Номер 25. Номер 57. Номер 57. Номер 84. Номер 84. 4 билета имеют 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Номер 34. Номер 34. 17 билетов имеют по 4 совпадения из 5 в одной горизонтальной строке. Номер 47. Номер 47. Внимание, выигрыш! Внимание, выигрыш! Выиграл один билет, выигрыш 27 574 рубля. Я от души поздравляю нашего первого победителя, а мы продолжаем игру.
Номер 6. Номер 6. Игра продолжается. Игра продолжается. Номер 68. Номер 68 выиграл один билет, 18 384 рубля. Да, я думаю, что этот выигрыш достоин аплодисментов. Номер 40. Номер 40. Выиграли два билета по 9191 рублю. Номер 79. Номер 79. Выиграла 9 билетов по 2042 рубля. Номер 24. Номер 24 выиграла 6 билетов по 3065 рублей. Номер 52. Номер 52 выиграла 5 билетов по 3676 рублей. Напоминаю, что сейчас идет блиц-игра. Номер 3. Номер 3 выиграла 11 билетов по 1671 рублю. Играют билеты голубого цвета с надписью 349 тираж 15 блиц-игра. Номер 45. Номер 45 выиграла 13 билетов по 1414 рублей. Номер 32. Номер 32 выиграла 24 билета по 766 рублей. Номер 53. Номер 53 выиграл 21 билет по 875 рублей. Номер 13. Номер 13 выиграла 64 билета по 287 рублей. Оп. Номер 21. Номер 21 выиграла 40 билетов по 460 рублей. Номер 67. Номер 67 выиграла 49 билетов по 375 рублей. Номер 10. Номер 10 выиграла 105 билетов по 175 рублей. Номер 61. Номер 61 выиграла 64 билета по 250 рублей. Билеты блиц-игры вы можете приобрести в течение всей недели у наших распространителей. Номер 49. Номер 49 выиграла 103 билета по 200 рублей. Номер 60. Номер 60 выиграла 78 билетов по 180 рублей. Перемешаю бочонки в мешке. Оп. Номер 29. Номер 29 выиграла 126 билетов по 150 рублей. Номер 14. Номер 14 выиграл 191 билет по 140 рублей. Номер 50. Номер 50 выиграла 142 билета по 130 рублей. Сейчас идет блиц-игра. Номер 64. Номер 64 выиграла 126 билетов по 120 рублей. Для того, чтобы выиграть, вам нужно зачеркнуть всего 5 чисел в любой горизонтальной строке. Номер 81. Номер 81 выиграла 347 билетов по 110 рублей. Номер 30. Номер 30 выиграла 340 билетов по 100 рублей. Оп. Номер 37. Номер 37 выиграла 339 билетов по 90 рублей. Номер 20. Номер 20 выиграла 375 билетов по 80 рублей. Номер 80. Номер 80 выиграла 480 билетов по 78 рублей. Оп. Номер 58. Номер 58 выиграла 449 билетов по 74 рубля. Номер 44. Номер 44 выиграла 545 билетов по 72 рубля. Номер 87. Номер 87 выиграла 663 билета по 70 рублей. Номер 5. Номер 5 выиграл 971 билет по 69 рублей. Номер 77. Номер 77 выиграла 1434 билета по 68 рублей. Разыгрывается последний тур. По-моему, у нас есть победители в студии. Номер 89. Номер 89 выиграл 1037 билетов по 66 рублей. Розыгрыш 15-го тиража блиц-игры закончен. Всего выиграл 8161 билет. Я от души поздравляю всех победителей нашей блиц-игры.
Следующая 16-я блиц-игра пройдет в следующее воскресенье, 24 июня, 8:50 на канале РТР вместе с основным праздничным 350-м тиражом. Те, кто не зачеркнул ни одного числа в своем билете, не огорчайтесь. Вас ждет утешительный приз в размере 50 рублей. Свои выигрыши вы можете получить в отделениях банка «Первое ОВК». Ну что же, а сейчас вас ждет основной тираж! Мы начинаем основной 349-й тираж. Но прежде, чем мы начнем 349-й тираж, мне хотелось бы вернуть вас на несколько тиражей назад. Потому что в конце каждого тиража нас интересует судьба нашего суперприза Кубышки. Итак, мы возвращаемся в самый финал 342-го тиража. Номера нужно проверить. А вдруг ваш билет взял, да и выиграл Кубышку, которой накопилось почти 2 миллиона рублей. Итак, судьба Кубышки! Кубышка разыграна! Разыграна! Тысяч рублей. Кто-то из вас выиграл. Эх, посмотреть бы на вас в эту вот самую минуту. Что у вас там в квартире происходит? Да. Вот оно счастье-то. Ну что ж, тогда у нас, естественно, не было возможности заглянуть в эту квартиру и узнать, что в ней происходит. А сегодня такая возможность есть. У нас в гостях Игорь Касаткин и его жена Елена, они-то и выиграли Кубышку! Вот ту самую Кубышку в 342-м тираже. Игорь, я не буду говорить, откуда вы, потому что я вижу, что вы волнуетесь. Естественно, время тревожное. Ну, деньги большие. Не будем говорить, откуда приехали, секрет. Ну, нас интересует, собственно говоря, не это. Нас интересует, что происходило в вашей квартире вот в тот самый день. Это был, по-моему, праздник весны и труда. Верно? Совершенно верно. И как вы отметили этот праздник весны и труда? Отлично отметили. А что происходило? Как вы узнали, что вы выиграли Кубышку? Ну, радости не было предела, естественно. А как вы узнали? Вот что, билет лежал, вы сидели перед телевизором? Мы играли. Вы играли? Конечно. А Лена? Лена рядом сидела. Так, значит, семья была в сборе. Ну и что, вот какие эмоции? Нас интересуют эмоции, конечно. Мы люди все эмоциональны. Нам, поскольку у нас пока нет такой возможности у каждого игрока пережить вот этот момент, когда выигрываешь Кубышку, потому что ее все-таки выигрывают редко. Мы интересуемся, как это? Ну, я спокойно, пока не позвонил в Москву и не узнал, что действительно выиграл. Действительно так. Ну, абсолютно спокойно, да? Так, я могу вас спросить, как вы тратите эти деньги? А, все, уже все потрачено. Уже все потрачено? Конечно. Замечательно, давайте поаплодируем, такой скорости можно позавидовать. Но, впрочем, это неудивительно. В нашей стране, я вспоминаю все время одну женщину, когда она выиграла довольно крупную сумму на нашей передаче, и мы у нее спросили о том же самом. Вот сколько времени ей потребовалось, чтобы потратить эти деньги? Она говорит, вот пока я до метро в ДНХ доехала, уже мысленно все потратила. Так что вы все-таки затянули с этим делом. Вот вы внутренне удовлетворены? Конечно же, да. Играть больше не будете? Ну, еще чего не хватало. Конечно, а вы надеетесь, что еще раз вы выиграете? Ну, может быть, и сегодня Кубышку выиграем. Вот это уверенность. Вот это уверенность. Может быть, и сегодня еще выиграют Кубышку. И дай бог вам это сделать. У вас есть дети? Ничего пока нет. Это не подтолкнет вас к увеличению вашей семьи? Конечно, подтолкнет. Ну что, давайте пожелаем, во-первых, чтобы семья ваша увеличилась, чтобы вы еще и еще побеждали в нашей лотерее, и чтобы ваш пример был заразителен для всех наших телезрителей. Итак, Игорь и Елена, обладатели Кубышки 342-го тиража. Я прошу вас вот счастливыми своими руками проверить наличие всех бочонков, все здесь переставить, перемешать. А я тем временем возвращаю слово нашей компьютерной группе. Говорит Татьяна Ионина. В
349-м тираже принимает участие 712 730 купленных вами билетов. Все непроданные билеты уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 7 127 300 рублей. Все ли в порядке? Ну, если все в порядке, я поставлю наш большой мешок, и вы начинаете вращение нашего основного главного снаряда. Ну, дело сделано мастерски. Я прошу вас занять свои места в студии. Вы сегодня играете вместе с нами. Я желаю вам выиграть все, что сможете выиграть сегодня. И вновь возвращаю ваше внимание к нашему билету. Вот он, билет 349-го основного тиража. По этому билету вновь можно выиграть опять накопившую довольно большую сумму кубышку. Призовой фонд кубышки составил 1 815 083 рубля. Для этого нужно иметь хотя бы такую же уверенность, как у Игоря Касаткина. И, конечно же, немного удачи. Но обо всем по порядку. Кубышка разыгрывается в самом финале тиража. А начнем мы, естественно, с первого тура. Призовой фонд первого тура. 44 894 рубля. Вот с этого и начнем игру в первом туре. Мы начинаем игру в первом туре. Будьте внимательны. Зачеркивайте в своих билетах следующие номера. Номер 12, дюжина. Номер 12. Номер 6, точка внизу. Номер 6. Номер 44, стульчики. Номер 44. Номер 78. Номер 78. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов 22 билета имеют 4 совпадения с 5 в одной горизонтальной строке. Первый тур выигрывают билеты, в которых все 5 чисел любой горизонтальной строки раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Мы напомнили правила для тех, кто играет сегодня с нами впервые. Итак, призовой фонд первого тура может быть разыгран сейчас. Номер 48. Номер 48 лидирует 37 билетов. А, нет, не получилось. Продолжим. Номер 74. Номер 74 лидирует 82 билета. Желающих стало больше. Номер 28, Сенок 8. Номер 28. Стоп, играем! Стоп, играем! В туре выиграли 3 билета. Выигрыш по 14 964 рубля. Давайте поздравим всех троих счастливчиков, которым удалось отхватить ровно 1/3 призового фонда первого тура. А игра-то в первом туре закончилась номером 28. 28. Здравствуйте. Номер 28. Вам предстоит сейчас по одному вытащить 4 бочонка из мешка. Вы знаете наши правила. Игроки под этими номерами занимают места за игровым столом. 6 лет играете вместе с нами. Замечательно. Номер 1. Номер 1. Вот ваше место за игровым столом номер 1. Ну, есть какие-то успехи? А? Вы распространитель наш, а что вы так об этом шепчете? Распространитель. Надо говорить, распространитель. Вот наш распространитель вам аплодирует в студии. Спасибо вам. Вот этими руками счастье доставляется каждому из вас в руки. Номер 53. Номер 53. Занимайте свое место за игровым столом номер 53. Номер 13. Чертова дюжина. Номер 13. И последний игрок, 4-й, который займет ваше место. Номер 75. Номер 75. А вам, во-первых, огромное спасибо. Не уходите. Конечно, огромное спасибо. Дайте пожать вашу руку. Спасибо вам большое. И, конечно, вам я передаю вот этот вот набор с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». Ну вот всем вот так вот, членам вашей семьи, счастья, здоровья
и удачи. Мы аплодируем распространителю билетов телевизионной игры лотереи «Русский лото». Ну, а теперь нам нужно узнать, каков призовой фонд второго тура. 76 961 рубль. А это больше. Итак, мы продолжаем игру во втором туре. Ход за вами. Номер 84. Номер 84. Ход ваш. Прошу. Номер 81. Номер 81. Теперь ход ваш. Номер 73. Номер 73. И единственный мужчина за нашим сегодняшним столом во втором туре. Номер 26. Номер 26. Как вас зовут? Лена. Лена, вы имеете какое-нибудь отношение к медицине? Да. Кто вы? Замечательно. Медсестра. Надо говорить по массажу, да? Да. Номер 62. Номер 62. Лена, хорошо. А вы имеете какое-нибудь отношение к медицине? Так. Ну и не надо быть пациентом. Номер 60 ровно. Номер 60. Как вас зовут? Лилия. Очень хорошо. Вы врач? Нет, ну ничего страшного. Как вас зовут? Галина. Номер 87. Номер 87. А вас как зовут? Вы? Нет. Понятно. Номер 3. Номер 3. Так. Я прошу вас. Номер 55. Номер 55. Давайте вместе с вами помассируем мешок. Говорят, это помогает. Помогайте мне. Вот так, очень хорошо. Действительно, мастер массажа. Вот, пожалуйста, вам. Очень хорошо. Лилия. О, не Лилию. Номер 50. Полста ровно. Номер 50. Так, прошу вас. Номер 39. Номер 39. Василий, ваш. Номер 29. Номер 29. Так, Лена, тут ваш. Номер 59. Номер 59. У нас как-то с вами хорошо получилось. Давайте еще. Давайте, очень хорошо. Все-таки профессиональный праздник. Каждым делом должны заниматься профессионалы. Прошу вас. Номер 38. Номер 38. Галина. Прошу вас. Номер 54. Номер 54. Василий. Номер 25. Номер 25. Так, номер 69 туда и сюда. Номер 69. Вот ваш. Или номер 43. Номер 43. Галина. Номер 76. Номер 76. Василий. Очень хорошо. Номер 35. Номер 35. Для насколько длится массажный сеанс? Такой полноценный. Понятно. Исчерпывающий ответ. Номер 36. Номер 36. Елена. Чем вы занимаетесь? Инженер. Номер 88. Номер 88. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов два билета имеют 14 совпадений из 15 в одной карточке. Второй тур выигрывают билеты, в которых все 15 чисел одной из карточек раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Галина, итак, появились билеты, в которых есть карточка. И в этой карточке
14 номеров из 15 зачеркнуты. Каждый ход может быть последним. И все может быть в данном случае решиться сию секунду. Номер 23. Номер 23 лидирует 2 билета. 2 билета. Василий, если вы вытаскиваете счастливый бочонок, номер которого заканчивается игра во втором туре, вы получаете вот этот вот самый сувенир от нашей передачи. Номер 77. Номер 77 лидирует 4 билета. А нет, вполне возможно. Был бы, конечно, справедливо, если бы приз достался вам сегодня в профессиональный праздник. Номер 21. Номер 21. Стоп, игра! И есть справедливость! Во втором туре выиграл один билет. Выигрыш 76 961 рубль. Активно массируйте свои ладони. Аплодируйте людям, которые только что выиграли с легкой руки Елены, медсестры по массажу. И мне остается поздравить и вас, и поздравить Елену. Мы вручаем вам вот этот сувенир, а также два билета. Леночка, послушайте, обязательно побывайте в киноконцертном зале России, потому что 19 июня в 18 часов в концертном зале России состоится благотворительная акция «Да сбудутся их мечты». Все средства от благотворительной акции будут направлены Министерству в фонд содействия Чеченской Республики для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе боевых действий в Чечне. В концерте принимают участие звезды отечественной эстрады, а также чеченский молодежный ансамбль песни и танца «Ловзор». Вот вам два билета. Я надеюсь, что мы с вами встретимся на этой благотворительной акции. Спасибо. Примите участие в этой благотворительной акции, люди! Вы отправляетесь на свое место, продолжайте играть вместе с нами, ведь это еще не все. Не все победители второго тура. Компьютерная группа, пожалуйста, назовите номера билетов, которые выиграли специальные призы пылесосы. Пылесосы по номерам купленных вами билетов. 05, 68, 371, 15, 68, 371. Наше поздравление тому, кто выиграл пылесосы по номерам купленных вами билетов. И вновь мы возвращаемся сюда. В конце второго тура самый последний номер был номер 21. Это ваш номер. Вам и формировать состав участников игры за столом в третьем туре. По одному бочонку из мешка. Не бойтесь, что вы так осторожно. Номер 34, верно? Номер 34. Номер 34. Вот ваше место за нашим игровым столом. Я перемешиваю бочонки в мешке. И вы продолжаете это важное для нас всех дело. Номер 31. Номер 31. Номер 31. Займите свое место за нашим игровым столом. Номер 8. Номер 8. И сейчас последний участник игры за столом во втором туре, который займет ваше место. А вы не расстраивайтесь. Номер 58. Номер 58. Номер 58 займет ваше место. Но перед тем, как вы отправитесь на свое место в студию, вы получите специальный сувенир от нашей передачи. А вот он здесь, наш сувенир. Вот я его с удовольствием передаю вам в руки. Вы верно делаете. Аплодиры. Это замечательно. Хохлома с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское лото». Я передаю вам в руки, а все продолжают массировать свои ладони. Вот игрок под номером 58. Это ваше законное место. Нам нужно узнать призовой фонд третьего тура. 121 856 рублей. И мы продолжаем игру в третьем туре. Вот ваш, прошу. Самый хороший. Нельзя отказать вам это. Номер 32. Номер 32. Так, прошу вас. Номер 27. Номер 27.
Теперь код ваш. Прошу вас. Номер 79. Номер 79. Код ваш. Прошу. Номер 4. Номер 4. Как вас зовут? Николай Михайлович. Николай Михайлович, вы имеете какое-нибудь отношение к медицине? Так, хорошо. Вы знаете, вот странно, даже, знаете, хочется сказать и слава богу, потому что если пациентом, то быть не надо. А если были медицинским работником, то с удовольствием бы вас поздравили сегодня. Номер 24. Номер 24. А вы имеете какое-нибудь отношение? Непосредственное. Вы врач? Как еще раз? Дерматовенеролог. Дерматовенеролог. Упаси Господи. Спасибо. Номер 86. Номер 86. Так, а вы врач? Так вы легко вздохнули, сказали нет. Очень хорошо. Номер 37. Номер 37. А вас как зовут? Инна. Вы медсестра? Нет, студентка? Нет? Ой, тоже хорошо. Инна. Номер 46. Номер 46. Так, Николай Михайлович. Номер 67. Номер 67. А как вас зовут? Роман. Можно так называть, ничего. Номер 90. Ровно. Номер 90. Дедушка. Так, а вас как зовут? Станислав Степанович, прошу вас. Номер 49. Номер 49. Станислав Степанович вытащил счастливый бочонок. Номер 49, сегодня 349 тираж. Вам дорожная сумка с логотипом телевизионной игры лотереи «Русского лото». Вы можете путешествовать с ней по всем 76 регионам России, в которых играет «Русское лото». Мы аплодируем Станиславу Степановичу. Инна, прошу вас. Номер 65. Номер 65. Мы играем в третьем туре. Разыгрываем более 121 тысячи рублей, Николай Михайлович. Дело-то серьезное. Номер 72. Номер 72. Так, Роман, прошу вас. Номер 42. Номер 42. Так, Станислав Степанович. Ну и что же, бывает все одному. Номер 52. Номер 52. Давайте перемешаем еще. Инна, а чем вы занимаетесь? Вообще ничем? Интересно. Что значит ничем? Вы домашняя хозяйка? Да? Вы хорошо готовите? У вас есть муж? Вы для себя готовите? Не увлекайтесь этим, я вас умоляю. А? А, для мамы и для всей семьи. Ну что ж, хорошее дело. Я перемешал. Инна, прошу вас. Номер 61. Номер 61. Так. Николай Михайлович. Номер 64. Номер 64. Роман, прошу вас. Номер 18. Номер 18. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Третий и последующие туры выигрывают билеты, в которых все 30 чисел раньше других совпадут с номерами бочонков, вытащенных из мешка. Ну что же, я напомнил вам правила нашей сегодняшней игры. Нет. Вот сразу, Владислав Степанович, почему нет. Вы говорите нет? То есть вы уверены, что сейчас... Игра не закончится. Ну что же, и такой уверенности может быть. Только не ошибитесь, потому что иначе тогда с дорожной сумкой вы возвращаетесь на свое место с утешительным... Нет, хорошо. Вот такой уверенности. Ну, 11. Ну вот видите как, номер 11. Номер 11 лидирует 3 билета. Во-первых, лидируют 3 билета. Во-вторых, вы оказались правы. В-третьих, вы получаете еще один сувенир. Прямо открываете сумку, все туда складываете. Я вас от души поздравляю, потому что номер 11 – это наше счастливое число, барабанные палочки, которые, ну вот просто, я не знаю,
Случай просто действительно для медицины. 349 недель в руках у нашего постоянного ударника Александра Белоусова. Золотые барабанные палочки. Инна, мы переходим к вам. Да или нет? Нет. То есть вы уверены, что сейчас игра не закончится? Хорошо. Смотрите, не ошибитесь. И вновь счастливое число. Номер 45. Номер 45. Стоп, игра! Стоп, игра! В третьем туре выиграл один билет. Выигрыш 121 856 рублей. Ну, я поздравляю, конечно, в данном случае, несмотря ни на что, поздравляю вас, потому что, ну, все-таки вы счастливый бочонок вытащили. Мы утешаем вас вот этим призом. Я, конечно же, всем вам вручаю вот эти билеты на нашу благотворительную акцию, которая состоится в концертном зале России 19 июня в 18 часов. Выступают звезды отечественной эстрады и чеченский молодежный ансамбль песни и танца «Лобзар». Я надеюсь, что мы там увидимся вместе с вами. Я призываю всех принять участие в этой благотворительной акции «В помощь детям, пострадавшим в ходе боевых действий в Чечне». Вы получаете все свои призы, возвращаясь на свое место, потому что нам нужно еще не забыть тех, кто сумел выиграть в третьем туре. Компьютерная группа, пожалуйста, назовите номера билетов, которые выиграли специальные призы «Микроволновые печи». Микроволновые печи по номерам купленных вами билетов. 02 14 815 и 12 14 815. От души поздравляю и того, и другого обладателя нашего специального приза. А игра в 349-м тираже продолжается. Мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. И вместе со мной ее продолжат наши уважаемые друзья и члены тиражной комиссии из Института скорой помощи имени Склифосовского. Я прошу вас, Игорь Андреевич, я прошу вас сюда. Я прошу, мне нужна скорая помощь. Нам всем нужна здесь скорая помощь, потому что нам нужно скоро, быстро и результативно разыграть более 6 миллионов рублей. По одному бочонку из мешка, уважаемый доктор, прошу вас. Номер 7. Номер 7. Игра продолжается. Игра продолжается. Прошу вас, уважаемый рентгенолог. Вы видите, наверное, все насквозь. Номер 9. Точка внизу. Номер 9. Игра продолжается. И прошу вас, доктор. Прошу. Ваша специальность? Травматолог. Ну, я думаю, что никакой травмы сейчас не будет, хотя сумма, которую вы можете сейчас выиграть, достаточно велика. Номер 89. Точка внизу. Номер 89. Стоп, игра. Стоп, игра. Выиграл один билет. Выигрыш 121 856 рублей. Более 121 тысячи. Вот, золотыми руками. Видите как? Я думаю, что эту душевную травму очень легко будет пережить. Тем более, как показал опыт наших друзей с Кубышкой, деньги тратятся очень быстро. Номер 82. Номер 82. Выиграли два билета по 80 тысяч 168 рублей. Немалые деньги. Я прошу вас, уважаемый рентгенолог. Так, номер 19. Номер 19. Выиграла 8 билетов по 22 447 прошу. Рублей. Игра пошла вширь. Номер 83. Номер 83. Выиграли 4 билета по 44 895 рублей. Игорь Андреевич. Номер 85. Номер 85. Выиграла 8 билетов по 24 050 рублей. Прошу вас. Порядок, конечно. Номер 66. Валенки. Номер 66. Выиграла 9 билетов по 21 378 рублей. Правильно. Очередь к врачу надо соблюдать. Номер 51. Номер 51. Выиграли 12 билетов по 16 034 рубля. И вновь Игорь Андреевич. Номер 68. Точка внизу. Номер 68. Выиграли 16 билетов по 12 025 рублей. И сейчас мы на одну секунду буквально прервемся, потому что у нас информация для наших игроков.
Я хочу напомнить, что мы ждем вас у экранов телевизоров в следующее воскресенье в 20:50. Мы с вами разыграем 16-ю блиц-игру и 350-й праздничный тираж. Как всегда, в праздничный тираж для вас по номерам купленных билетов будут разыграны видеомагнитофоны, телевизоры и автомобили ВАЗ-2110! ВАЗ-2110! Юбилейном 350-м тираже! Не забудьте запастись билетом юбилейного 350-го тиража. И еще раз я напоминаю вам, дорогие мои, что 19 июня в концертном зале России состоится благотворительная акция «Да сбудутся их мечты». Это помощь детям, пострадавшим во время боевых действий в Чечне. В концерте будут принимать звезды отечественной эстрады, а также чеченский молодежный ансамбль песни и танца «Ловзар». Итак, призываю вас принять участие в благотворительной акции в концертном зале «Россия» в 18:00 19 июня. Мы продолжаем. Продолжаем игру в четвертом и последующем туре. Номер 56. Номер 56. Выиграли 46 билетов по 5158 рублей. Прошу вас. Номер 22. Утята. Номер 22. Выиграла 53 билета по 4235 рублей. Номер 80. Бабушка. Номер 80. Выиграла 70 билетов по 2749 рублей. Прошу вас. Номер 70. Ровно. Номер 70. Выиграла 136 билетов по 1414 рублей. Прошу вас. Номер 2. Номер 2. Выиграла 263 билета по 732 рубля. Игра идет вширь, количество выигравших увеличивается. Номер 16. Кругом 16. Номер 16. Выиграла 620 билетов по 310 рублей. Вот ваш. Номер 40. Ровно. Номер 40. Выиграла 905 билетов по 212 рублей. Перемешаем. И вновь ваш код. Номер 47. Номер 47. Выиграла 1308 билетов по 245 рублей. Прошу вас. Номер 5. Номер 5. Выиграла 2060 билетов по 218 рублей. Прошу вас. Номер 41. Номер 41. Выиграла 2943 билета по 218 рублей. Прошу. Номер 30. Ровно. Номер 30. Выиграла 4983 билета по 167 рублей. Разыгрывается последний тур. Справедливо. Справедливо, что вам, уважаемый доктор, последний ход. Номер 14. Номер 14. Выиграла 10 432 билета по 104 рубля. На 82-м ходу игры основной розыгрыш закончен. В мешке осталось 8 бочонков. Ну что же, я еще раз вас поздравляю с профессиональным праздником. Дай Бог нам встречаться с вами только так вот здесь, в студии. Будьте здоровы, счастливы, всего вам самого наилучшего в вашем благородном деле, в вашей очень серьезной и нужной для людей работе, которая в какую-то страшную минуту оказывается в ваших добрых руках. Всего вам самого наилучшего. Итак. Мы подводим итоги нашего сегодняшнего тиража. Я называю номера бочонков. Номер 10. Эти бочонки остались в мешке после окончания игры. Номер 15. Их зачеркивать эти номера не надо. Номер 17. Номер 20. Номер 33. Номер 57. Номер 63. Номер 71. Итак, номер 10, 15, 17, 20. 33, 57, 63 и 71. Вот так вот в 342-м тираже, проверив вот эти вот самые оставшиеся бочонки и найдя все эти номера в одной из карточек своего билета, вот так вот семья, которую мы вам сегодня показывали, Игорь и Елена, стали обладателями нашего суперприза Кубышки. А что на этот раз-то произошло с Кубышкой? Кубышка не разыграна. Не разыграна. Значит, каждая семья может надеяться выиграть ее в следующем тираже. Тем более, следующий наш тираж
юбилейный, 350-й. В ходе его, в самом ходе этого тиража вы сможете поучаствовать в розыгрыше крупного денежного вознаграждения, а также... видеотехники, телевизоров и автомобилей ВАЗ-2110 по номерам купленных вам билетов. Ровно неделю назад на нашей передаче побывали ребята из молодежного ансамбля, чеченского молодежного ансамбля песни и танца «Ловзор». «Ловзор» — это воплощенное в танце древнее и вечно молодое искусство Кавказа. Мы сейчас напомним, как замечательно ребята выступали у нас неделю назад, и ждем вас на благотворительной акции 19 июня в киноконцертном зале «Россия» ровно в 18 часов. Примите участие в этой акции, вы увидите звезд отечественной эстрады и молодежный ансамбль песни и танца Чечни «Ловзор».